дорогая моя, включают. Да, наверное, это не самое лучшее чувство, которое вы испытываете. Но поверьте мне, кто из людей задумывается о наших чувствах? К примеру, сегодня хозяйка решила меня почистить. Взяла белую губку, налила какой-то жидкости и начала меня тереть. Я стояла вся белой, пахнущей пеной, как снежная королева. А кстати, госпожа Костюля, посмотрите, как называется то вещество. Секунду. Ой, что-то не вижу. Чайник, ну как там оно? Господи, дамы, сколько можно повторять? Это фейри. Доброй ночи, мой дорогой электрический друг. Вы уже проснулись? Я к вашему сведению и не ложимся. Вы не понимаете ли, целый день пью. То чай, то кофе. Ой, если бы вы знали, дорогие подружки, как я устал от этого температурного режима. Я уже начал кашлять. Ой, студился, знаете ли. Ну так вот, а я о чем? Сначала я стояла вся в белой, пахнущей пеной. А потом хозяйка взяла какую-то мочалку и начала меня ею тереть. И эта мочалка, видите ли, не портит эмаль. Ой, реклама, реклама, мои дорогие. Люди падки на рекламу. Вот они хотя бы раз спросили бы, чего мы хотим. Вот я, например, за 15 лет жизни ничего лучше обыкновенной соды и полезнее, между прочим, не видела. Вы, мои дорогие подружки, безнадежно устарели. Про таких, как вы, госпожа Кастрюля, говорят, по виду не скажешь, по возрасту не дашь. Ой, спасибо, господин чайник. Мне так давно никто не делал комплиментов. Да, комплименты на нашей кухне делают только фарфоровые чашки. А что она из себя представляет? Венецианская дурочка. Господи, с вами не согласится. Венецианских обустарей, или, насколько мне известно, австралийских. А сейчас посмотрим. Всем доброе утро! Какое утро, милочка! Вы время видели? Пол первого ночи. Вы что, забыли, что мы можем с вами разговаривать только после полуночи? Но когда люди просыпаются, они обычно говорят «Доброе утро!» Я слышала! А вы что, возомнили себя человеком? А, и, кстати, прошу вас называть меня сегодня Беатриче. Почему Беатриче? Вчера вы были Агатой. А сегодня я хочу быть Беатриче. Неужели непонятно? Госпожа Беатриче, а вам не кажется, что это имя звучит как-то помпезно? Не кажется. Вы вообще знаете, вы просто мне завидуете. Чему завидовать, старая вы нержавейка? Ах, это я старая? Да. Да сейчас. Вообще-то, когда только этот дом купили, вас сюда завезли первую, а меня только потом. И кто это из нас еще старый? Вот можете даже у старой щетки спросить, подходит мне имя Беатриче или нет. Ох, какое прекрасное имя! Как оно ласкает слух! А позвольте узнать, кто тут у нас Беатриче? А Беатриче у нас здесь Кастрюля! А мне кажется, нашей Кастрюле очень подходит это имя. Вы не находите, господин чайник? Я не вникаю в женские споры. Я сам по себе. Вот, возьмите, к примеру, старый стол. Ему уже 100 лет в обед, а он как новенький. Или вас, госпожа щетка? Ну да, не молода уже, и прическа не та, но служу еще. Какой-то странный спор у нас получается. Все мы с вами служим, кто дольше, кто меньше. А вот если бы наши хозяева были бы хоть чуть-чуть побогаче, нас бы давно бы уже отправили на свалку. Поэтому я предлагаю поднять тост за бедность. Налейте, пожалуйста, воды, господин чайник.
Кстати, а помните чайника старого такого большого алюминиевого? Еще с такой большой деревянной ручкой. Ну, конечно. Как же его не помнить? Это был такой чудный роман. Он так быстро вскружил мне голову. Ну да, он влюблялся так быстро, что мы не успевали следить за его романами. А, ну, его, наверное, сейчас переплавили, какую-нибудь ерунду, наподобие этих алюминиевых ложек или чего-то такого. Меня недавно принесли с балкона. Там стоял горшок с дачей. Он мне и рассказал, что из-за этого чайника сейчас поливают грядки. Представляете себе, грядки! Какой позор! Какое падение! Какая безвкусица! Какая низость! Да прекратите же вы немедленно! Пусть даже в таком неприглядном виде, но он все равно продолжает служить людям. Это еще с какой стороны посмотреть? Это они нам служат. Кто они вообще без нас? Тихо, слышите? Кажется, разбудили. Чайник старый бездарно погиб. А чашка про службу людям. Ах, да. Знаете, возможно, если бы он не был таким вылюбчивым, то он прослужил бы еще дольше. И знаете, так ему и надо. Какие ужасные вещи вы говорите. Да вы же никого не любите. Мне с вами страшно. Зато всегда любили тебя. Тобой сейчас практически и не пользуются из жалости, чтобы не разбить почтенную из последнего семейства. Жизни не знаете, милочка, никто с железной мочалкой не оттирал. И ножичком от ржавчины никто не отшкрябывал. Потому что она, видите ли, хрупкая. И создана она для удовольствия. Души у нее нету. Одно самолюбование. Абсолютно бесполезная вещица. Фу. Да что же вы? Да как же вы? Да вы мне просто завидуете. Мы? Чему, милочка? Да вы хоть раз любили? Нет. Вот видите, любить вы не умеете. Служить – да, а любить – нет. А вы все знаете, да? Особенно ты, кастрюля. А вот возьму и влюблюсь вам всем назло. До следующей ночи, мои дорогие. Лена! Лена! Доченька, вставай! Лен, в школу пора, я на работу опаздываю. Пойдем, вставай! Раньше меня разбудить не могла, я же опоздаю. Солнышко мое проснулся ребенка, я будила, куда крепко спешу. Съезди, пожалуйста, у тебя бабушки пирожки отвезти. Я напекла. Вот еще, мам, я терпеть. Выслушивайте стенание насчет безотцовщины, опрошенной мамки. Лен. Не, мам, не хочу. Ну так нельзя, она же бабушка твоя все-таки. Мам, вот я тебя не понимаю. Ее сын нас бросил, а ты еще пирожки ей носишь. Лен, замолчи. Ну нельзя называть отца ее сына. Нехорошо. Кстати, когда я к ней прихожу, она все время мне показывает фотографии счастливого сына. И как ты думаешь, зачем? Правильно, чтобы я тебе показала и более сделала. Садистка она, мама, а не бабуля. Лен. Бабушка тебя любит, а наши с ней отношения тебя не касаются. Что, пирожки отведешь?
побежала красная шапочка к бабушке и понесла ей корзинку пирожков и красного венца. И тут ей навстречу серый волк. Но красная шапочка не испугалась. Она ему дала адрес бабушки со словами: «Иди, милый, и сожри ее нафиг, чтобы голову никому не морочила. И можешь опустить эту прелюдию, какие у тебя глаза, руки, зубы». Смешно ты, Ленка, не могу. Ой, вот объясни мне, мамочка, как можно любить человека, который тебя бросит? Об тебя ноги вытерли, а ты все пирожки носишь. Тряпка ты, мамочка. Все, хватит. Я на работу пошла, вечером поговорим. Ну, поговорим, мам, я к бабуле пойду. Может быть, задержись с охотниками. Ой, Ленка, не дури, давай. Алло. Привет. Привет. Что, матушка ушла? Ну да. Ты там что? Ну, как обычно, в школу собираюсь. Что, может быть, после школы поедем потусуемся? Я бы с радостью, но мне к бабушке надо быть, она не ладно. Что, может быть, отвезешь? Тебя отвезти? Отвезешь? Отвезу. Вот и умничка, целую. Чмоки. Какой страшненький! Добро пожаловать на нашу кухню, старина! Я не старина! Да? И как понимать? Я еще очень молодой фикус! А какой вы симпатяга, однако! Знаете, у меня всегда был такой вопрос. А вы такие чудные листочки. А вы подскажете, они у вас всегда такие зелененькие? Есть фикусы вечно зеленые, к ним отношусь и я. Но есть фикусы и листопадные. Как интересно. А вот у нас был какой-то цветок, ну вот, он очень похож на вас. Он там хвастался, что он там из какой-то такой страны или части света. Не помните, как она... Из Средней Азии. А, да. Из Средней Азии, как романтично. А знаете что? А с этого момента я буду называть вас Александра. Опять вы со своей Италией лезете. Ну сколько можно? Вот почему Александра? Александра в переводе означает защитник человечества. Позвольте спросить, и от кого вот это будет нас защищать? Не от кого, а от чего? В том числе и от вас. Когда вы перегорите, мой милый друг. Согласна. Пусть будет Александро. Александро, позвольте представиться. Я госпожа Плита. Для вас просто Плита. Очень приятно. А как вас зовут? А я Беатрича из Италии. А кто это вон там стоит? Не обращайте внимания, эта капризная особа называет себя австралийской фарфоровой чашкой. И знаете, что я могу сказать? Характер у нее так себе, как у последнего стекла и воды. Взбалмошная, избалованная, да и к тому же неженка. Но как она хороша, как она прекрасна. Не обольщайтесь, мой друг, сколько раз я предлагал руку и сердце. Любить она не умеет, души у нее нет. Здравствуйте, я Фикус Александра. А я фарфоровая чашка, можно просто чашка. А вы правда из Австралии? Да, так говорила моя мама, сахарница. Но она разбилась недавно, так же как и мой папа, заварочный чайник. И четыре моих сестры, а одна сестра ушла с уходом хозяев. И с тех пор я совершенно одна с этими. Вы не должны быть одни. Позвольте, я буду вашим другом. Знаете что?
передумала. С этого момента вы не Алессандра. Вы недостойны носить такое благородное имя. Ну и ладно. Фикус мне нравился больше. Я не договорила. С этого момента вы Альфео. Госпожа Кастрюля, а вам не кажется, что имя Альфео звучит как-то красиво для какого-то фикуса? А что означает сие имя? Это имя означает изменник. Все слышали? А ну повторили еще раз. Альфео. Громче. Альфео. 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 Тёмочка, проходи. Изменник? Откуда вам? Всех давно уже пылесосы, а у вас даже не щетка. Не обращай внимания, это бабуля подарила. Причем хочу заметить, это ее лучший подарок мне и маме за последние 17 лет. Ха, бабуля, которая дарит веники. Она что, бедная? Ну, почему сразу бедная? Мой отец ей помогает. Ну, и она пьет, понимаешь? Пьет? Это прикольно. Ха, бабуля, которая пьет и дарит веники. А ты чего не таскаешься? Зуб крови, любишь или благотворительность? Какой зуб крови? Просто мама себе простила такое чувство долга, которое со мной жить мешает. Представляешь, ее муж, сын моей бабки, который на жизнь бросил. Это что, твой папаша? Ну да. Простить не можешь. Ну, прикинь, если прошла любовь, это что, всю жизнь? Жить с нелюбимой бабой? Как это прошло? Да и потом моя мама не баба. То есть, если я тебе надоем, то ты меня... Не парься, Ленок. Поехали лучше потусуемся. Могу, сейчас мама придет. Сколько раз себе говорил, не связывайся с малолетками, а? Семочка, а давай лучше чаю попьем? Чаю? Да. Ну, давай. Ай! Это еще кто? Ай, дура! Тупая коза! Горячо! Что ты дуешь? Неси аптечку лучше! Что здесь происходит? Аптечку неси! Это кто? Мамочка, знакомься, это Тёмочка. Зёлочка! Здрасте, я друг... А какой разговаривать с моей дочерью? Мам, ну это... Я просто на него кипяток разлила, вот Тёмочка и кричит. Так, уходите, чтобы ваши ноги в моем доме ваши не было. Мам, ну и на него! Ленок, чао! Тёмочка, Тёмочка, подожди, давай. Тёмочка! Что, мама, это кто? Ты надела. Кто это? Какая разница, мой молодой человек. И сколько вы с ним вместе? Недавно. Да и вообще, к чему весь этот допрос? Я в чем-то провинилась или что? Нет, не провинилась. Я просто интересуюсь, кто это такой и сколько вы с ним вместе. Какие у вас отношения? Нормальные, мама, отношения. Я люблю его, он любит меня. Ты уверена, что ты любовь? Да. А где он работает? Да какая разница, где он работает? Деньги есть, этого достаточно. Нет, ну понятно, что деньги есть. Вопрос, что это за деньги? А, я же забыла, ты у нас идеалистка. Хочешь жить бедно, но достойно. Нет, я вовсе не хочу жить бедно. Достойно, да, но бедно нет. Что здесь странного? Мамочка, ты определись. Бедно мы живем из-за твоей дурацкой гордости. Вон, верь. Ими уже давно никто не пользуется. Выкинула бы и колесо бы купила. Стыдно. Вообще-то, стыдно не взять. Второй человек подарил. Обидится. А мне плевать на ее обиды. А мне не плевать. И, между прочим, веник тебе, Дарья. Могла по дороге его и выкинуть. А ты же домой его принесла. Ну, тогда... На тебе, Мок! На! Да ты мне просто завидуешь от того, что меня любят, а тебя нет! Правильно папашка сделал, что бросил тебя. Да я влюбилась первый раз в жизни. Сделала все, чтобы разрушить мое счастье. Я ненавижу тебя! Что ты наделал? Это же последняя чашка своего свадебного цереза. Это последнее, что осталось. Какого другого папашки? А что тебе, кружку жалко, да? Меня тебе не жалко.
на нее все равно. Работы, которые там нет, у нас нет доплатить.
самый счастливый на свете. Ты слышишь меня, чашка? Я чувствую, что ты живая. Ведь я говорю, что любит без души. Ведь я создан человек, а у него есть душа. Значит, у тебя она есть. Значит, и ты можешь чувствовать, страдать. Я люблю тебя. Старая австралийская фарфоровая чашка. Я буду называть тебя... Thank you.